Свой столетний юбилей «Зеленые береты» Ленинского района отметили в историко-культурном центре. Такие праздники, как пограничники отмечают, Морфлот, ВДВ. То есть эти праздники действительно значимы для, наверное, всех, кто служил, кто вырос еще в то время и кто живет сейчас. Многие поколения ребят уходят, и как бы те традиции, которые были заложены ими родителями, да, они все это чтут. В честь профессионального праздника в историко-культурном центре целый месяц работала выставка под названием «На страже Родины», которую могли посмотреть все желающие. А в день празднования пограничников, живущих на территории района, наградили почетными грамотами. Представители молодого поколения тоже поздравили тех, кто служил в погранвойсках, подготовив для них показательные выступления по самообороне. «28 мая для каждого пограничника особый день. Например, в семье Игнатовых это один из самых значимых праздников в году. У меня служил дедушка в пограничных войсках. У меня много друзей тоже служат в пограничных войсках. Ну вот я решил пойти по стопам дедушек. У меня все почти девушки военные». Амар Курбанов посвятил всю свою жизнь зеленым беретам. И нисколько об этом не жалеет, а наоборот гордится, что служил в таких почетных войсках. «В целом я очень доволен, что служил в пограничных войсках, потому что люди отбираются самые лучшие. Все относятся очень хорошо к службе. Служба очень даже трудная. Потому что, видите, на пограничной заставе, как таковой, выходной только на бумаге. Служба начинается круглосуточно». На торжественном мероприятии для пограничников исполнили песни, которые им знакомы и любимы. И сами виновники праздника, вспоминая годы службы, напевали песни своей боевой молодости. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.